Всем привет! Меня зовут Оля, я мастер маникюра. Это мое первое видео, и в нем хочу вам показать несложные дизайны для начинающих мастеров. Пишите в комментариях, на какой дизайн сделать мастер-класс. Сейчас я поближе покажу каждый дизайн. Итак, первый дизайн у нас с камнефибуками, с использованием фольги на листочке винограда. Очень прост в исполнении. Но получается объемным. Ягодки объемные. Далее дизайн называется «Жидкий металл». Выполнен также с помощью фольги. Вообще фольга очень легка в использовании, но эффектно очень смотрится. И можно где применить. Так, дальше у нас дизайн «Девушка со спины». На первый взгляд он сложный, но это не так. Рисуется очень легко, но, конечно, требует внимательности. Далее дизайн с фольгой и вензелями. Здесь фольга под матовым топом, а вензеля на глянцевом. А это роза. Выглядит объемно. И этот дизайн очень популярен среди клиентов. Простой и быстрый дизайн, который подойдет любому клиенту. Так, и снова вензеля. Но здесь обыгран кошачий глаз. По двум сторонам от полоски расположены вензеля. Далее всеми любимая геометрия. В дополнение с блестками. Блестки также можно выбрать любые. Выполнено с помощью паутинки. А это мраморный дизайн. Выполняется гель-лаками. И, возможно, варианты разных цветов. Главное, правильный подбор цветов, чтобы выглядело гармонично. Это всего лишь малое количество дизайнов из всех, что вам покажу. У меня их много. И я вам хочу показать их все и научить всех рисовать. Также у меня на канале будут много мастер-классов по поводу техники маникюра, по поводу материалов. Очень много полезной информации хочу вам дать. Вы также можете написать в комментариях, что вы хотите видеть. Может, какие-то дизайны вы хотите, чтобы я вам показала, отрисовала вместе с вами. Ну и в заключении покажу вам еще варианты дизайнов. Это уже роспись, она относится к более сложным дизайнам. Ну и их легко научиться рисовать. Подписывайтесь на мой канал. И вы узнаете много полезного. Всем спасибо за просмотр. Ставьте палец вверх, нажимайте на колокольчик и до новых встреч!